Разнести вот аппараты ИВЛ, вам потребуется помощь? Может быть, вам нужно... Нет, мы сами там техническое соединение. 53 аппарата искусственной вентиляции легких, именно столько будет установлено во временном госпитале для коронавирусных больных в Уссурийске на базе Центральной городской больницы. Уже закуплены все необходимые расходные материалы. Переоснащение медицинских объектов края идет на случай ухудшения эпидемиологической обстановки. Все это делается в рамках комплексного плана Минздрава России. К 13 числу мы должны подготовить 405 коек. Это порядка 140 аппаратов искусственной вентиляции легких. 70% из этих коек должны обеспечены быть кислородом. Вот это тот план, который непосредственно должен быть у нас в крае, чтобы в случае необходимости мы могли размещать там тех людей, кто подвергся опасности, заболел там этой инфекцией. К 28 апреля в лечебных объектах Приморского края должно быть развернуто почти 950 коек и установлено более 300 аппаратов ИВЛ. Это позволит локализовать эпидемию и обеспечить своевременное лечение. В Уссурийске разместят 150 коек. Мы понимаем, что если койки выведены из оборота, зарезервированы, соответственно, мы будем эти койки с момента того, как мы только, значит, дали приказ на перевод под эти отделения специализированные, мы каждую койку будем оплачивать из краевого бюджета. В среднем она где-то, ну, по-разному стоит 150 там, до 200 тысяч в месяц. Заместитель главного врача Уссурийской центральной больницы Станислав Закревский отметил, что если стационар будет работать на полную мощность, то потребуется 26 врачей, 52 медсестры, консультанты. Медицинские работники уже проходят специальное обучение для лечения пациентов с коронавирусом. Такие же временные госпитали будут созданы в Находке и Владивостоке. После того, как эпидемиологическая обстановка станет нормальной, лечебные объекты будут работать в обычном режиме.